Сперва скажу, что мы очень рады первой победе на выезде. Хотел бы поздравить от себя и нашего главного тренера Евгения Игоревича Калешина, всю команду, болельщиков, руководство и клуба, и области. Благодарю всех за поддержку. Что по игре? Ну, первый тайм фрагментами показывали то, что, к чему стремимся. Показывали, на мой взгляд, содержательный футбол с хорошей борьбой, самоотдачей, с хорошим владением, правильными действиями в обороне, в атаке. Но второй тайм предупреждали, что 2-0, в общем-то, это самый опасный счет в футболе. И когда ты пропускаешь гол на 46-й минуте, у соперника вырастают крылья. Пришлось очень тяжело. Очень рад, что мы смогли удержать наш счет, потому что игра где-то за счет давления хозяев сломалась, на мой взгляд. Много было прострелов с флангов, с полуфлангов, сплошное давление, борьба. Очень рад, что справились с ней.